На телеканале «Беларусь 4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Воспитанники гомельского и жлобинского хоккея отправятся на юношеский чемпионат мира в элитном дивизионе. Тренерский штаб сборной Ю-18 определился с окончательным списком хоккеистов, которые сыграют на мировом форуме в Швеции. В составе команды гомельчане Павел Денисов, Олег Кочеловский и Александр Антошков. Жлобинскую хоккейную школу представят Артем Волченков, Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов. Чемпионат мира стартует 18 апреля. Хоккейный клуб «Гомель» одержал очередную победу в играх развития. На этот раз под напором «Рыси» дома капитулировал новополоцкий «Химик» 1-3. В составе гостей отличились Перегуда, Семочкин и Хузеев. У хозяев единственная шайба на счету Мурашова. «Гомель» возглавляет турнирную таблицу игр развития. 18 апреля «Рыси» дома играют с пинскими ястребами. Баскетбольный клуб «Гомель СОЖ» занял 8-е место в чемпионате Беларуси среди женских команд. Гомельчанки в серии за 7-ю строку со счетом 1-2 проиграли дублю столичного «Горизонта». По итогам чемпионата игроки «Сожа» в числе лидеров по статистическим показателям. Марина Раковская отметилась самой высокой результативностью. В среднем за игру баскетболистка набирала почти 20 очков. Анна Хацкевич – лидер в другом компоненте игры – подборах. Ее показатель – более 13,5 подборов за матч. Чемпионками страны третий год кряду стали баскетболистки «Цмоки Минск». В финале они обыграли Гродненскую «Олимпию». На Кипре прошло молодежное первенство Европы по самбо. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 19 стран. В числе медалисток континентального первенства – воспитанница из Дюшор Гомельского района. Диана Жукова выиграла серебро в весовой категории до 52 килограммов. Виктория Мажуга стала третьей в весе до 44 килограммов. Волейболистки из Мозыря стали победительницами ежегодного турнира «Мяч над сеткой». В финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги участвовали девочки 2006 года рождения. Хозяйки турнира, команда мозырьской «Дюшор» «Жемчужина Полесья», уверенно обыграли всех соперниц и завоевали медали высшей пробы. Серебряная награда досталась спортсменкам «Дюшор» волейбольного клуба «Минск». Бронзовая медаль у воспитанницы «ДЮСШ» номер 4 «Бобруйска». В числе лучших игроков турнира две волейболистки «Дюшор» «Жемчужина Полесья» – это Екатерина Христенко и Екатерина Ротнова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».